Встречайте, на льду Алиса Гребенщикова и Алексей Тихонов! Ничего не скажешь, к Алисе и Алексею, которые неделю назад, напомню, разделили победу, жребий был безжалостен. Алиса с Алексеем открывают соревнования. Мы увидели настоящий спектакль из арсенала знаменитого Cirque du Soleil, чьи гастроли с успехом проходят по всему миру. Судьи с первого же номера могут оказаться перед дилеммой. Да, той паре, которая открывает соревнования, арбитры обычно оценки занижают чуть-чуть.